Краснодарский край приветствует всех, кто сегодня отложил все свои дела и пришел на нашу встречу. Я всегда говорю, что случайных встреч не бывает. И если вы с кем-то встретились и получили какую-то информацию, то наверняка она вам просто жизненно необходима. Вселенная не зря заботится о нас, что мы в тот или иной момент узнаем ту или иную информацию для того, чтобы в дальнейшем потом этим воспользоваться или поделиться с кем-то. Поэтому много лет назад, уже больше 23 лет, я попала на одну из информационных встреч, находясь на рабочем месте в Центральной районной больнице, и получила удивительную информацию о том, что в настоящее время помимо лечения традиционными химическими средствами, можно спасать людей с помощью натуральной продукции. И за эти 23 года мы узнали очень много нового материала, очень много дополнительной информации для того, чтобы в дальнейшем использовать ее не только для себя, получив результаты по здоровью, но и делиться с людьми. И общий мой медицинский стаж 43 года. Я врач-терапевт по образованию, в третьем поколении. Муж был акушер-гинеколог, и мы осознанно пришли к принятию решения использовать продукты натуральные для восстановления своего здоровья. Потому что не только мы, но и наши коллеги в большинстве своем имеют гораздо больше проблем по здоровью, чем их пациенты. И пытаясь кому-то помогать, если, допустим, вы не помогли себе, то с этической точки зрения я считаю, что это не совсем корректно. В 2001 году я прошла специализацию по нутрициологии в Институте имени Сеченова, была участником международного проекта «Здоровье Свежон» и регулярный участник и спикер вебинаров, которые проводятся не только компанией, но и регионами. И на сегодняшний день мы с вами будем знакомиться, мне хочется более подробно познакомить всех присутствующих с удивительным продуктом, который сегодня присутствует на рынке. BH. Этот продукт практически поистине сказочный продукт. И очень часто люди его окрестили не зря такими названиями, как «Дар богов», «Чудо природы», «Соль земли», «Дух земли», «Божественная трава». И самое главное, то, что к нему более-менее привязалось и соответствует, это корень жизни. Скажите, пожалуйста, возможно ли сегодня быть счастливым, не имея здоровья? Кто как считает? Поставьте семерочки. И на сегодняшний день здоровье – это очень актуальный вопрос. И очень хорошо, что в последние годы люди все больше и больше внимания уделяют именно сохранению и укреплению здоровья. И если к этому относиться негативно, или отпустить это на самотек, то в дальнейшем, когда возникают проблемы по здоровью, то приходится тратить и много времени, и много средств для того, чтобы это здоровье восстанавливать. Так вот, этот продукт, который выращен на китайской горе Чанбайши, Китае, и у подножия этой горы находится прекрасное озеро, которое называют озером жизни, озером-источником всех полезных веществ. Благодаря этому на этой горе выращивают бесценный продукт, который восстанавливает и укрепляет здоровье и возвращает жизнь. Продукт «Белый императорский женьшень». Используют в продукте Бигхана растение с 6-летним сроком роста. Выращивают на горе, где до этого произрастали сосны красные. 30 лет после сжигания этих деревьев, обрабатывая определенным образом почву, рассаживают нежные росточки белого императорского женьшеня, который помогает людям восстанавливать и укреплять свое здоровье. И именно такая технология производства дает возможность накопить этому растению бесценные
составляющие для того, чтобы этот продукт и это растение обладало уникальной способностью. На сегодняшний день на Дальнем Востоке это растение внесено в книгу, в Красную книгу и охраняется в заповеднике ЮНЕСКО. Это обеспечивает его уникальными и омолаживающими свойствами. Капсула растительного происхождения. И самое главное, что в это растение входит белый императорский жень, в этот продукт входит белый императорский женьшень. Чем он знаменит? Он содержит огромное количество полезных веществ. Это флавоноиды, аноксазиды, это основные биологически активные вещества, входящие в этот продукт, пептиды, витамины группы В, без которых не работает иммунная система, витамин С, 18 жирных кислот и микроэлементов, магний, железо, фосфор, кальций, бор. Без этих микроэлементов нормальное функционирование и работа нашего организма невозможно. И этот продукт поддерживает практически все органы и системы. Он улучшает иммунитет и восстанавливает его нормальную работу, нормализует уровень сахара в крови. Он поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, способствует коррекции веса, сжиганию жиров, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, снабжает энергией тело и мозг. Имбирь – это тот продукт, который является одной из составляющих частей этого продукта. И в его составе, опять же, ценнейший набор олеиновых кислот, никотиновой, линолевой, эфирных масел, которые действуют практически мгновенно, витамины, рибофлавин, витамины группы В, витамин С содержит клетчатку. И это помогает улучшать значительно работу желудочно-кишечного тракта. Микроэлементы, которые, опять же, помогают и в комплексе воздействия с женьшенем, помогают восстанавливать и укреплять здоровье нашего организма. Белый императорский женьшень – это продукт адаптоген нового поколения. Почему именно адаптоген? Потому что он помогает организму выживать в любых климатических условиях. И он, благодаря ему, человек, находясь в любых жизненных ситуациях, даже стрессовых, он умеет управлять своим состоянием. Он уникален по свойству. И с возрастом более 6 лет он обладает кладезью самых полезных веществ. Это древнее растение поистине впечатляет своими свойствами. Способен улучшать все сферы нашего здоровья благодаря именно высокому содержанию биологически активных веществ. А они накапливаются только благодаря тому, что особые условия выращивания его на этой горе – каждые 2 года его пересаживают на ступеньку выше. И благодаря этим ступенькам этот продукт набирает именно те необходимые биологически активные вещества, которые в дальнейшем помогают ему дальше укреплять свою выживаемость, выносливость и набирать в дальнейшем силу. А набирая силу от природы и делясь этой силой в дальнейшем с человеком, он помогает воздействовать на все органы и системы. Я уже говорила о том, что биологически активные вещества, которые наиболее действенны, они, гентинозины, они направлены на то, чтобы действовать именно на определенный какой-то участок в нашем организме. Это иммунная система. Он не просто восстанавливает работу иммунной системы, а эти вещества, они помогают восстанавливать иммунитет именно в клетках, отвечающих за этот иммунитет. Улучшают работу сердца. А сердце – это тот орган, без которого практически жить нельзя. Укрепляет мышцу сердца, предупреждает дистрофические явления в сердце, регулирует артериальное давление. Если низкое, немножко до нормы доводит. Если высокое, способствует снижению. Улучшает работу желудочно-кишечного тракта, стимулируя выработку секреции, улучшая перистальтику, пассаж содержимого кишечника, восстанавливает микробиом, при равновесии микробиома обеспечивается наш хороший иммунитет и здоровье. Воздействуя на центральную нервную систему, он не просто помогает восстанавливать работу, функцию центральной нервной системы, а он способствует передаче нервных импульсов
из центрального мозга на периферию и возвращать их обратно. Это здорово, потому что человек вовремя сработает и выживет в любой критической ситуации. Нормализует обмен веществ, снижает вес, способствует сжиганию жиров, нормализует уровень холестерина и глюкозы в крови. А если вовремя за этим следить, то в дальнейшем это предупреждает и развитие серьезных заболеваний. Благодаря работе и воздействию белого императорского женьшеня восстанавливается энергия в любом возрасте. И даже людям, которым уже за 70 и за 80, они чувствуют себя прекрасно и в отличном настроении. Это идеальный помощник для всей семьи разных возрастных групп, когда нормальные отношения в семье, когда нормальное взаимодействие, когда нет агрессии, нет депрессии, нет упадка сил, когда работают все органы и системы нормально и даже репродуктивные. При беременности он рекомендуется беременным для полноценного вынашивания тех детей, которые развиваются в утробе мамы. С кровью приходит достаточное количество кислорода, которое способствует нормальному развитию малыша, а в дальнейшем и его здорового образа жизни. Значит, основные свойства продукта BH – это источник энергии, о которой мы с вами говорили, заряжает энергией на целый день. Улучшает иммунитет, восстанавливает иммунитет. И благодаря этому борется с вирусными заболеваниями, в том числе и с ковида. Он нормализует обмен веществ. А в результате обмена веществ сжигается больше жиров и препятствуется развитию атеросклероза, атеросклеротических бляшек на сосудах. А следовательно, это профилактика острых инфарктов миокарда и острого нарушения мозгового кровообращения. Регулирует работу сердечно-сосудистой системы. Он восстанавливает ритм сердца, артериальное давление, эластичность сосудов и предупреждает дистрофию сердечной мышцы. Регулирует работу центральной нервной системы. Он, опять же, помогает адекватно реагировать на все раздражающие факторы, адекватно контролировать все функции. Предупреждает развитие рассеянного склероза, Альцгеймера, болезни, деменции. И это очень важно в наше время, потому что на фоне дефицитов питательных веществ у людей возникают серьезные проблемы. Повышает когнитивные функции, способности, улучшает память. А сегодня память люди теряют даже в молодом возрасте. Вот вроде бы что-то хотел сделать, отвернулся, повернулся, уже забыл о том, что он хотел сделать. Самое главное, он обладает омолаживающими свойствами организма, потому что борется со свободными радикалами радиации. Что такое свободные радикалы? Это те неустойчивые молекулы, которые уничтожают и бомбят здоровые клетки, а в дальнейшем приводят к их мутации, перерождению, перестройке. Возникают различные хронические заболевания, в том числе и онкология. Защита от радиации сегодня тоже немаловажна, и любых излучений, потому что уже начиная с детского возраста у детей сотовые телефоны, компьютеры, планшеты – и родители не задумываются об отрицательном действии на них. Им просто удобно, и ребенок занят чем-то. Мы не выпускаем из рук телефоны или часами сидим у компьютера. А это тоже имеет свои плюсы и минусы. Узнавая что-то новое, мы теряем здоровье. Мощное противоопухолевое и противоаллергическое действие. Преимущество именно женьшеня Бикхан, белого императорского женьшеня и продукта BH в том, что белый императорский женьшень более 6 лет. Именно за этот срок он получает весь набор необходимых витаминов, минералов, микроэлементов. Те, которые в дальнейшем ему помогут оказывать более эффективное воздействие на здоровье человека. Еще какое преимущество у нашего продукта? Это производитель Франция. Франция всегда была законодателем мод в плане здорового образа жизни, здоровья и использование натуральных продуктов. Trading Point Elite Farm входит в топ-5 в Европе лучших производителей. И это тоже огромный плюс. Благодаря инновационным технологиям криодробления, которые используются при производстве этого продукта, в атмосфере жидкого азота сохраняются все активные компоненты женьшеня на 98%, 97-98%. В отличие от того женьшеня, который продается в аптеках, спиртовые настойки,
15-20% активного вещества, и то не всегда. И те производители США, Кореи, Японии, которые производят по другим технологиям, у них совершенно другой состав биологически активных веществ. Потому что при других технологиях идет большая потеря этих веществ в конечных продуктах. Иммунитет. Что делает продукт Брихан? Он нормализует не только работу центральной нервной системы с адекватным ответом, но и работу улучшает селезенки, лимфатической системы, где происходит выработка иммунокомпетентных клеток, которые в дальнейшем способны распознавать свой чужой и уничтожать. Те же бактерии, те же вирусы, те же микробы, ту же радиацию. Отличная профилактика и быстрое восстановление при гриппе, острых респираторных заболеваниях, ковиде. И есть уже результаты на фоне перенесенного или на фоне лечения острого состояния ковидных больных. Эти больные быстрее восстанавливались, утраченные функции, они быстрее восстанавливали свою работоспособность. И этот продукт очень хорошо работает на предупреждение развития всех сосудистых осложнений после ковид. Это нарушение координации, это головокружение, это проблемы с нарушением ритма сердца либо давления. А нарушение в ритме и в давлении – это всегда риск инсультов и инфарктов. И препятствует тромбообразованию. Это даже очень даже здорово. Нормализует уровень глюкозы крови. А все клеточки нуждаются в питании, особенно клетки мозга. В крови, очищает сосуды, как я уже говорила. Желудочно-кишечный тракт, благодаря тому, что там восстанавливается работа, его полноценная выработка фермента, своевременно уходят токсины, своевременно выводятся они из клеток и очищаются. А когда клетка освободилась от всего плохого, у нее есть возможность получить весь хороший, полноценный состав необходимого строительного материала, витаминов, минералов, микроэлементов, которые в дальнейшем будут способствовать работе нормальной фермента. Ферменты работают при наличии белка и витаминов. Но витамины не будут активны, если не будет микроэлементов. И именно в этом сочетании помогает быстрее восполнить этот дефицит продукт из белого императорского корня. Женьшень способен усиливать противоопухолевый иммунитет благодаря мощному противовоспалительному эффекту. Он является иммуностимулятор. Но это не те иммуностимуляторы, он иммуномодулятор. Не те иммуностимуляторы химические, которые стимулируют иммунитет, в том числе стимулируют как в хорошем смысле, так и в плохом смысле. А женьшень, он моделирует. Он моделирует, он приводит к определенному равновесию, и он не дает возможность мутировать клеткам и развиваться и прогрессировать дальше. Еще удивительной способностью этого продукта является то, что в его составе есть германий, который образуется в результате выращивания в горах и при определенном климате на определенной высоте германий. Германии издревле его считали мощным противоопухолевым действием. Он повышает активность иммунных клеток, обладает возможностью доставлять кислород в органы и ткани. А это значит, очень большое значение имеет для борьбы со злокачественными новообразованиями. Как известно, разрастание патологических клеток и тканей идет больше и эффективнее при отсутствии или дефиците кислорода. Научные исследования объясняют причины этого явления. Оказывается, органический германий активизирует иммунную клетку, саму иммунную клетку, и отражает повреждающее действие свободных радикалов. То есть он их блокирует. Они не оказывают отрицательного действия на клетки. Помогают организму избавляться от токсинов, ослабляющих иммунитет, и стимулирует выработку кислорода в клетках и тканей. То есть мало того, что он доставляет, а еще помогает доставлять, он еще и стимулирует выработку. В результате он помогает ослаблять боль, токсические явления после использования химиотерапии и токсикозы при беременности. И уникальный состав порошка белого императорского женьшеня обеспечивает сочетание
цитотоксического действия, то есть он убивает опухолевые клетки, что, несомненно, оказывает благоприятное его использование именно в онкологии. Я думаю, что поставьте, пожалуйста, пятерочки, у кого в окружении родственники или знакомые переболели за этот период ковида. Дело в том, что проблема с ковидом начинается с ухудшения именно вентиляционной способности в легких, когда там возникает отек и поражение легкого. И чем больше это поражение, тем меньше кровь обогащается кислородом. А кислород необходим для жизнедеятельности и работы всех органов и систем. Так вот, прием женьшеня приводит к очень быстрому сокращению бактерий и вирусов легких, как показали исследования, и останавливает развитие именно любой пневмонии и при ковиде тоже, и развитие такого генетического заболевания, как муковисцидоз, с которым традиционная медицина, да, пытается бороться, но не всегда справляется эффективно. Это заболевание ведет к тому, что образуется фиброз кистозный. Что такое фиброз? Это как рубцовая ткань. И вот представьте, те мешочки, мелкие альвеолы, в которых в легких должно быть обогащение крови кислородом, а там на этом месте рубец. И значит, кровь не дополучает достаточного количества кислорода, а следовательно, все органы и системы опять же в этом плане недополучают кислорода. И в дальнейшем работают и развиваются намного хуже. Гинекология. Использование этого продукта приводит к восстановлению нарушения эндокринного сбоя, а в дальнейшем и решение такой проблемы, как бесплодие и наступление беременности. Благодаря использованию белого императорского женьшеня на свет появились достаточное количество, большое количество малышей. Их еще называют женьшеневым ребенком. И этот курс женьшеня помогает не просто забеременеть молодой женщине, но и выносить здорового малыша. И это здорово, потому что сегодня эта проблема является, набирает обороты. В климактерическом периоде помогает снять напряжение, предотвращает и облегчить боли в работе вегетативной нервной системы, ускоряет кровообращение, препятствует потере памяти и развитию остеопороза. Дети. Очень многие боятся использовать женьшень для детей. Но сегодня дети с трудом выносят эту систему, особенно в период карантина, обучения в школах. Нагрузки очень большие, ограничения передвижения и того ритма жизни у детей нарушен. И поэтому это очень часто ведет к стрессовым ситуациям, к снижению работоспособности, снижению активности, подвижности. И именно женьшень поможет детям восстановить нарушенные функции, плюс улучшить память, умственную и познавательную деятельность и успешно преодолевать обучающий процесс. Поэтому в этих случаях бояться не надо, и продукт этот рекомендовать и давать своим детям и внукам. И еще, женьшень – это за здоровый секс. То есть очень часто сегодня в молодых семьях проблемы с бесплодием связаны с изменением потенции. И именно женьшень регулирует и восстанавливает эти функции. А что может быть лучше для сохранения семьи? И нам с вами повезло, потому что именно этот женьшень, именно наш продукт Бикхан, в составе которого белый императорский женьшень, содержит наибольшее количество гензенозидов. Это тех биологически активных веществ, о которых я говорила ранее, их еще называют сапонины, они составляют именно преимущество нашего продукта в том, что его в три раза больше в китайском женьшене, чем в тех продуктах, которые производятся в Америке, в 2,5 раза у них меньше, в Корее в 3 раза меньше и почти в 4-5 раз меньше в японском. Поэтому нам с вами есть чем гордиться. Почему я с таким воодушевлением говорю о том, что у нас это огромное преимущество? Потому что именно от наличия большого количества биологически активных веществ и повышается оценка качества и эффективности того продукта, который мы используем. И еще у нас огромный плюс то, что тот президент, который возглавляет компанию Freedom Group, молодой, амбициозный, Нарек Сираканян, в их семье
Первый результат на использование китайского женьшеня получила мама. Имея очень серьезную проблему по здоровью, медики терялись в догадках, не знали, чем помочь, и ей повезло встретиться. Опять же произошла встреча, когда ей подарили этот китайский женьшень, и она начала его использовать. Потому что когда у человека есть проблема, он хватается за соломинку. И каково было удивление, когда через месяц начали восстанавливаться силы, улучшалась активность и работоспособность, улучшалось настроение, настроение, ушла депрессия. И когда она получила результат на себе по здоровью, она стала делиться этим результатом с другими людьми. Но самое главное и самое дорогое в жизни каждой женщины – это ее дети. И ее оба ребенка, оба сына, они учились за границей. И именно им она давала этот женьшень для того, чтобы их учеба была на отлично, для того, чтобы они не болели и своевременно посещали школу без пропусков, и для того, чтобы в дальнейшем они жили и развивались нормально. И именно этот продукт помог, я уверена, и нашему президенту быть таким успешным в этой жизни. И на сегодняшний день входить по рейтингу среди огромных преуспевающих компаний, быть на одной из самых преуспевающих. И нижнее фото, на котором наш президент с известным артистом Стивеном Сигалом, который уже много лет, с 69-го года, использует женьшень для восстановления своего здоровья, своих функций, для улучшения работоспособности, повышения работоспособности, чтобы в это время жить и не задумываться о больницах, поликлиниках и прочих лекарственных средствах. И я хочу привести результаты разных людей из разных стран, которые уже много лет используют продукт женьшень, белый императорский женьшень. Екатерина Генералова из Москвы. За год приема женьшеня нашей семье мало того, что укрепился иммунитет и наладилась работа организма, но и родился женьшеневый малыш. Буквально 3-4 месяца они принимали, 3-4 раза в день, пропили 2 месяца, а затем перешли на 2 раза в день прием и стали давать эти же капсулки дочке. Благодаря этому у дочери укрепилась иммунная система, она лучше, меньше стала болеть, лучше стала учиться. И в мае они узнали о том, что у них наступила еще одна беременность, и родился долгожданный малыш. Поэтому проблемы с бесплодием сегодня очень актуальны. Вы имеете возможность рекомендовать это людям. А у кого есть среди вашего окружения люди с подобными проблемами? Поставьте, пожалуйста, троечки. Следующее. Марина Васильева, город Екатеринбург. Диагноз – ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. В 2009 году поставили Марине в 46 лет. И представьте состояние, когда ни одного дня без таблетки она не могла жить. И если она пропускала прием таблеток, то у нее возникал гипертонический криз и госпитализация в больницу. На сегодняшний день после приема женьшеня стабилизировалось артериальное давление, снизился вес, она забыла про свои проблемы с сердцем. Представляете, насколько эффективно работает продукт? Римма Хусейнова, Елабуга, пьет с 2015 года. Ее первый результат – это боли в местах переломов на грудине и позвоночнике. Стало легче сидеть, до этого носила корсет после аварии. И очень много результатов действительно на этом продукте при переломах, после аварии, при сотрясении головного мозга, когда восстанавливаются и активные движения, и функции головного мозга, и последствия этого сотрясения практически исчезают. Восстанавливается сон, снизился вес. И Светлана Карпова, это врач по образованию. 15 лет назад она познакомилась с женьшенем. Основная проблема ее была – это панкреатит. Страшные опоясывающие боли, которые не купировались ничем. И благодаря использованию женьшеня по 5 банок в месяц, тогда он был в порошкообразном виде, она получила потрясающий результат. И нам президент сделал подарок. Это бестселлер, книга, которой очень подробно описано все о белом императорском женьшене. Этот продукт, который творит чудеса.
Испытать его и убедиться в том, что он действительно работает, можно только попробовав самому. Если слушать, можно сомневаться, можно верить, можно не верить. Но время проходит, а проблемы, они нарастают и не останавливаются, они заставляют себя ждать. Но зная о том, что в большинстве своем аудитория пользуется продукцией компании Project V, потрясающий продукт, который дает невероятные результаты. И если сочетать именно этот продукт Big Hand с продукцией Project V, то результаты усиливаются многократно. Особенно я рекомендую тем людям, которые страдают гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, нарушением или дисфункцией, ухудшением мозгового кровообращения, использовать сочетание под прикрытием классики, особенно ПАКСа, антистрессовый комплекс и спазмолитик, который поможет нивелировать более активное действие этого продукта. А в дальнейшем начинать можно с одной-двух капсул, но при серьезных проблемах там требуются большие дозы. Поэтому на фоне именно Project V мягче будет идти очистка, мягче будет идти восстановление и улучшение всех жизненно важных функций. Быть или не быть – решать каждому. Но сегодня у вас есть шанс. Что нужно сделать? Китайская пословица гласит: «Царь зверей – тигр, царь растений – женьшень». Сегодня вам нужно не нужно собираться в дальний поход или долго ждать, когда придет этот продукт. Все, что нужно, это для приглашенных и для новичков, которые не знают. Загрузить приложение сессии с помощью вашего консультанта и сделать заказ этого удивительного продукта. Впереди лето, время отпусков и каникул. И для того, чтобы это прекрасное время не было омрачено серьезными проблемами, у вас в ваших руках может быть уникальная защита в виде потрясающего продукта с белым императорским женьшенем Big Hand, который даст вам возможность чувствовать себя отлично и в дальнейшем жить спокойно. Спасибо огромное за то, что вы были прекрасной аудиторией, и я уверена, что после этого дня вы будете к этому продукту относиться совершенно иначе.